такое громадное это здание братства? Похоже на церемониальный зал. Либо у них мания величия, либо они так что-то компенсируют. У этого места должна быть очень мрачная история. Когда все это кончится, у нас будет время на романы, ладно? Свидание без пушек? Вот странно будет. Из Лифмара. Похоже, что Фридманы здесь на коне. Круто. Растет новое поколение психопатов. Опять этот загадочный символ. Так это и есть то дерево, из-за которого все началось. Первая мортифилия. На одном до сих пор следы от пуль. Отличная коллекция. Воспоминания навевает. Президент США был членом этого дурацкого братства? «96 лож братства Дельта Тета Гамма». Сколько же этих психов? Отложу на потом. Мне уже лучше. Нам нужен кот. Опять? Значит, он все еще где-то прячется.
Остынь, Шеннон! Я сражался с монстрами, когда был школьником, потом сидел в тюряге, а теперь меня занесло в ложу психопатов, потому что каким-то идиотам приспичило понюхать цветочки. По крайней мере, тебе будет что рассказать детям. Они убегают, Сэмми! Эй, что это? Нет, опять ты! Не может быть! Чёртова рация! Шеннон, Кори погибнет, если мы его не догоним. Так. Те диски, которые я присобачил туда, они должны указывать на определенные колонны. На каждой колонне по циферке. Не понял, ну ладно. Так, треугольник. А мне кажется, надо вот так крутить. Ну, чтобы они все ровные были, я так понимаю, да? Мне надо, чтобы они все указывали ровно, чтобы я их мог спокойно с земли увидеть. Ну, с первого этажа, грубо говоря, потому что... Так, треугольник, кружочек и еще что-то. У меня есть подсказка некая. Тоже нихуя, да? Ёкарный бабай, а как? Так, получается...
Нужно по порядку, да? На колонне 1. Блять, а где колонна 1? А, вот колонна 1, скорее всего. Короче, нужно ввести надписи на колонне 1, на колонне 2 и на колонне 4. Вот, колонна 1. Нужны Кори и Эми, Стэн! Мы должны идти! Да я понимаю, женщина! Ну написано, на колонне написан номер. И что, мне эти номера вводить? Такс, я понял то, что если смотреть вот сюда, то есть получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Получается, вот точки распределены, блять. Да ёб твою мать. Вот. 8 точек распределены. Получается, здесь показано, что это верхняя, самая первая получается. Собственно... Нельзя оставить Кори в таком состоянии, Шеннон, и не забудь про Эми! Первый, второй, и, я так понимаю, четвертый, да? То есть, ну, в принципе, как я в подсказке и видел. То есть, подсказки не дают полной картины в целом. Надо все-таки самому ходить и ебошить. Короче, сейчас узнаем, какие там цифры. Ну, треть. Колонны. Понял, все. 3, 2, 4. Сохраниться перед этим. Библиотека такая интересная тоже, да? Трактат о суевериях. Книга датирована 1559 годом. Ёб твою мать, это же сколько? Это же, ну, старьё. На нахуй. Аптечки нет. Пизну. Всё. Ты умрёшь. И не потрахаетесь вы, точно. На нахуй. Правильно, разъеби все. Древние научные оккультные труды. De Vermis Mysteries. Название слишком обнадеживающее. Настоя Мандрагора. Явно неповаренная книга. Из Гарри Поттера. Из Гарри Поттера что-то спиздили просто. Клево, кофеин. Я так же с утра. Я что, получается, с утра лечусь? Древние научные и оккультные... Читают древние мужчины. Кодекс Ордена Тамплиеров. 1000 страниц как... А, это тамплиеры! Тут, получается, тамплиеры из Assassin's Creed объединены с игрой Resident Evil. Ёб твою мать. Точно. На! Ёб. Равновесие стихии. Может, это книга по фитнесу? Конечно, мать. Точно, фитнес. Таинствующего креста, интригующий заголовочек. А чё? Погибли во славу человечества, открывая врата вечности. Во славу? Хм, я бы не сказал. Как интересно они представляют себе Фридманов. Жалко, не увидим, что там у них. Это самое. Ну ладно. Короче, ладно, аптеку мы пока оставляем. Опять стул. Сука, ух, сука, злой. Злой женщин. Тайная гностика. В книге написано темными алхимиками.
темным алхимикам. Это мать нам. Книга «Золотая философия. Магия природы». Не бери стул, пожалуйста. Письмо Уильяма Джеймса, 25 октября 1902 года. Дорогой Леонард, мы не можем не признать ваше невероятное, что ваше невероятное растение, привезенное из Африки, замедляет процесс старения клеток. В сущности, оно полностью останавливает этот процесс. Мы готовы излечить человечество от этого величайшей болезни. Мы победим саму смерть. Осталось лишь усовершенствовать процесс, сделав его более приемлемым для человеческого организма. Я понимаю, с какой целью, страстью вы относитесь к своим исследованиям, но поскольку к настоящему времени ни один из ваших подопытных не выжил, ставить это на себе просто самоубийство. Письмо Уильяма Джеймса. Так. Из 1903 года. Дорогой Герберт, нам известно, что петля затягивается все туже. Ставить опыт на ученика к собственной школе было в высшей степени глупо. К счастью, жалобы родителей не повлекут за собой последствий. Нихера таких лет они учеников пиздят. Братство уже обратилось к своим высокопоставленным членам правительства. Дело скоро будет замято. Продолжайте исследования, мы должны спасти вашего брата Леонардо и сам проект. Для этой цели мы будем регулярно снабжать вас подопытными по неофициальным каналам. Какие ублюдки, а? Просто конченые ублюдки. Так, это суеверие, книга датирована вот таким-то годом. Да ёбаный твой... Ой! Стынь, Шеннон! Извини! Извини, бля! Жалко, конечно, но так бывает. Так, ладно. Абсолютное знание требует поддерживать баланс между просвещенными умами и невежественной массой. Капец, вот... Когда вот люди получают какие-то знания, или собираются получать знания, или они думают, что они получают знания, они сразу всех остальных в биомассу записывают. Ну так же нельзя. Так нельзя. Это автоматически делает дельта-тета-гамму говном. Так, ладно. Члены братства дельта-тета-гамма будут использовать это знание во благо общества, блядь. Чтите мать природу. Она откроет человеку дары, которые недостойным не постичь. Вы духовно элита мира. Так понятно, вы себя хотите бессмертными сделать, ёб твою мать. Должны пожертвовать всем во имя человечества, в том числе, если необходимо, и отдельными его представителями. Так вы обеспечите триумф разума над невежеством. Medicus curat, natural sanat. Врач лечит, но исцеляет природа. Джаред Кроули, отец-основатель, 1760-1852. Человеческие жертвы — это не священное действие! Нет, это убийство! Власть всегда оказывается в руках безумцев. Прям вот совпало мнение того, кто играет, и того, кем играют. Красава, ёпта. О, что за рюкзак? А что за рюкзак? А, это наши все вещи. Хуя себе. Так, давай. У нее пускай это будет, у тебя будет все остальное. Все. Бать. Кто это? Человек в маске. Возьмем самое простое оружие, которое есть вообще. Я хочу сохраниться, блядь, срочно. Дайте сохраниться, блядь. Сделайте уже нормальную хуеплету. Иди ты нахуй. Блядь, под ногами мешается пидрила, а? Членистоногая. Ну, она ж баба, она должна как-то обматерить мужика-то, ёб твою мать. Членистоногий. Оказалось, там свет выключился, когда я зашел. Ладно. Так, куда можно идти, да? Куда еще можно? Блять, да иди нахуй. О, да. Ну ладно.
должен быть мостик, спуск, но он сломан. Печально, надо восстановить. Вот чем бы я занимался, будь я во власти. Хотя бы хоть в какой-нибудь. Я бы вот это начал бы этим заниматься. Проектированием, восстановлением, реставрацией. Господи! Вот чем заниматься надо. Но, конечно, современная хрень, не всякие вот эти. Это что за музыка такая играет? О, сохранение! Ёб твою мать. Аптечка одна на двоих, алло! Блять, Андрей, хватит! Мне интересно, что там происходит. Хватит, бля. Так, подожди-ка. Стадион, все. Надеюсь, вот последний. Чудной цветок. Ёкарный. Вот мы и добрались до конца. Живой! Новое начало. А ты, Кори, пусть я отобрал у тебя все, что имело для тебя смысл, все равно меня полюбишь. Как брата. Потому что мы будем едины. Знаешь, Кенни, только один человек мог заявить на меня права. И это была Мэй. Кори! Ты, сука! Давай, Стэн, покажи. Давай. Я уже не в том возрасте, чтобы играть в игрушки. Ты никогда Давай. Не знал меры, Кенни. Погоди, вот поймаю тебя, мой шедевр. Скоро появится свет, Шэрон. Отлично, сможет попробовать моих пуль. Никогда не думал, что мой брат превратится в урода-извращенца. Урода? Ты кого назвала уродом? Аптечки дохуища, классно! Я знаю, ты боишься, Шэрон. Я чувствую запах страха. Страха и... Ёб ты мочу, серьезно? Игра просто хочет меня выебать по всей программе, блядь. Вы чё?
ебаный рот! Ну ладно, испытаем все силы, ёбаный рот. Так, граната, бомба нахуй. Пиздос. Давай! Так, давай. Я знаю, Йока, ты боишься. Я чувствую страха. Возбуждение, а сестренка? Я боюсь. Значит, я еще человек. Ты никогда не знал меры, Кенни. Погоди. Вот поймай тебя, мой шедевр. Скоро появится на свет, Шена. Отлично. Сможет попробовать моих пуль. Никогда не думал, что мой брат превратится в урода-извращенца. Урода? Ты кого назвала уродом? Ну ты понимал, он стал лучше, блин. Ну давай, покажи мне, что ты можешь. Давай! Я уже не стал позже, чтобы играть в игру. Всё. А ну-ка. Да похер вообще. Да, все. Сейчас самое, блядь, тяжелое, это вот это вот. Все вот эти... Ой-ой. Блядь. Здесь, короче, больше терпения надо, блядь.
беги ты в мою сторону. Дура, блядь. Осталось чуть-чуть здесь хотя бы. Да ёбаный. Ты не спеши. Если очень постараться, можно все. Опа, бля. Сейчас пизду, лучше этот, аптечку собирать и все. Я уверен, здесь аптечка есть. Давай. Наконец-то, смотри, я думал, с третьего раза получится. Они просто его накрыли, блядь. Там бессмертная хуила, они накрыли просто люстрой, блядь. Ну, типичный американский сюжет. Жесткость есть, а логики нет никакой. Ну, вообще. Наша семья растет, сестренка. Так она же его вылечит, может. Был моей семьей, Кенни. Позаботься о моем ребенке. А вот и напрашивается третья часть, да? Не волнуйся, он умрет. Я не дам этому отродью выжить. Шеннон! А, там же был вертолет все это время. Ни хрена себе. А в самом начале там вообще другой сюжет был. Воспоминания, ой, в этих, в мыслях, во сне. Там другой был сюжет. Так все закончилось. Не успели девочку эту спасти, и все, она взорвалась сюда. Так вот, кстати, это же был взрыв. Ну как, рассеялось же все там. Как ты думаешь, это наконец кончилось? Не знаю. Но пришло время уходить из семьи. Раз и навсегда. Рок-н-ролл, детка. Рок-н-ролл. Ни хера непонятно, просто тьма распространилась, блядь, все. Просто все распространилось там, блядь. Концовка игры. Просто все взорвалось резко там, блядь. Этого просто накрыли люстрой, блядь, какой-то. Неубиваемого. Там распространилась эта зараза. Они просто решили по хуям пустить идею классную. Они его вроде убили в середине игры, а потом сделали в конце нормальный. И в самом конце просто... концовка, а внутри еще одна концовка, и добили, все окончательно разрушили, похерили. Просто непонятно, что, блин, чем закончилось тут нормально. Ну, в общем, это и было все. Обскур 2, собственно. Всем спасибо, а всем пока. Балдаки Трэш, играйте хорошие игры, и Ртуб, Ютуб, ВКонтакте, ТикТок, Паблик и прочее. До новых встреч!